Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я снова начинаю снимать небольшой влог. Значит, и для начала хочу вам показать свои новинки из магазина Sunlight. Отдельное видео я снимать не хочу, потому что их всего двое. И в этот раз я сделала заказ через интернет-магазин, а муж у меня забрал из самого магазина. Для того, чтобы сделать вот этот заказ и забрать из магазина, нужно там вносить предоплату в размере 100 рублей за каждое изделие. Это, конечно, не совсем удобно, я так понимаю, что эти 100 рублей еще и не возвращаются, если вы в итоге не захотите брать то, что вы выбрали. Ну и первое, это вот эти вот сережечки, которые сейчас на мне. Я на самом деле на них смотрела на сайте очень давно, мне они очень сильно нравились. Вообще, ну, мне нравится магазин Sunlight, честно вам признаюсь, потому что, ну, там можно покупать различные украшения, там достаточно недорого. И, ну, не знаю, мне очень нравится. Я сейчас вам все изделия, которые я заказала, покажу поближе. А также у меня вот в последнем видео о пустых баночках одна девушка попросила показать сережки, в которых я там была, поближе. Но я вам их тоже уже показывала. В общем, сейчас все вам поближе покажу. И вот сейчас хочу показать поближе вот это вот сережки, которые были на мне в предыдущем видео, о которых вы спрашивали. Я их уже показывала. Они такие выглядят, как, не знаю, как снежинки, наверное, такие. Видите, у них это камушки, все фианиты, серебро и вот такой замочек. То есть это не гвоздики. Вот такие вот, так вот они выглядят. Это мне подарили на Новый год. Мне они очень нравятся. Они действительно так миленько смотрятся. Я их называю снежинками, но на самом деле, потому что они выглядят как снежинки. Но это даже, можно сказать, такие цветочки симпатичные. А, кстати, они тоже из магазина Sunlight. А вот мои новые сережки, которые я заказала, как я вам уже сказала, да, через приложение. И вот на самом деле вот эта вот история про 100 рублей, это не очень здоровская история, потому что вы можете подойти, да, что-то вам может не понравиться, где-то может какой-то быть брак. И я так понимаю, что эти 100 рублей не вернутся вам за каждое изделие. Это как бы, ну, для меня не очень хорошая история. Значит, сделаны они из серебра, и вот это внутри, это покрытие эмалью. Видите, такой как градиент сделан, то есть синее переходит так плавно в зеленое, то есть это эмаль. И вот с этого края сделаны, вставлены фианитики, и вот здесь вот тоже фианитики. Вот такой замочек. Я люблю такой замок. Вот. Ну, хотя, в принципе, я и гвоздики с удовольствием ношу. То есть у меня нету каких-то прям там сильных предпочтений к замкам. Но выглядят они очень классно. Мне кажется, на лето или под какое-то платье будет вообще смотреться очень нежно. Или даже, не знаю, на море там, допустим. Видите, они так переливаются классно. Ну, просто очень симпатичные сережечки. Все это, кстати, муж мне принес вот в такой обычной коробочке. И вот эти сережки, они стоили 2990, но там были скидки. Значит, серьги серебро 925, фианиты и эмаль. Так, и артикул. Вот указан артикул, но я вам еще проговорю. 78, 22, 59, 68. Вот их артикул. Значит, обошлись эти сережки. Получается, цена со скидкой составляла 707 рублей. То есть я так понимаю, что это аж, вот показываю, цена 707 рублей за эти сережки. Мне кажется, это вообще вот просто копейки за такие серьги. Значит, там была, видите, какая-то скидка, и плюс была, видите, оплата баллами, то есть у мужа там какие-то, ну, это приложение установлено на телефоне моего мужа, там какие-то баллы были, бонусы, ну, я думаю, кто покупает Sunlight, тот знает, 747 рублей он оплатил баллами, то есть 707 рублей вот за такие сережки. И следующее украшение, это вот такая вот, вообще это называется у них колье, то есть находится в разделе колье, ну вот, вот такая вот цепочечка, и на ней такие милые котятки. Я не знаю, кому-то покажется это украшение детским, но я когда его увидела, ну я не знаю, вот просто захотелось, с учетом того, что
ну, как мне представляется, что это кот, кошечка и два котенка. То есть это, грубо говоря, вся моя семья, тем более своих деток я называю котятками. Вот. Ну, очень миленько лично для меня. Цепочка достаточно тоненькая. Вот, то есть мне кажется, что с данным изделием нужно очень аккуратненько обращаться, потому что она, ну, как мне кажется, может, наверное, порваться, если что. То есть я это украшение на ночь обязательно снимаю и не сплю с ним. Цепочка тоже классно сделана, блестит, и украшение смотрится. Ну, я покажу, как оно смотрится на мне. Смотрится просто супер мило. И вот это шейное украшение у них называется. Обошлось оно в 1469 рублей. То есть два украшения за 2176. Очень оно милое. Вообще, кстати, если вы любите магазин Sunlight, обязательно посмотрите в разделе именно колье. Там очень красивые всякие разные подвесочки. Ну, не подвесочки, а идет сразу подвеска вместе с цепочкой. То есть несъемная подвеска получается. И вот бирочка, значит, здесь тоже фианитики вот на вот этих котятках. И, кстати, с другой стороны, вот это изделие, видите, сделано вот такие дырочки. Вообще оно очень классно прилегает, оно никуда не ерзает, не сбивается, очень хорошо носится. Я уже носила. И артикул вот этого изделия 78 95 07 93. Вот такое вот классно. Ну, мне очень нравится, очень симпатично. Вот так вот выглядят эти сережки вблизи. Очень классные. Мне очень они нравятся. И я на самом деле думала, что они будут чуть больше. Но вот такого размера, мне кажется, даже классно. Они очень хорошо подойдут, мне кажется, летом, знаете, под какой-нибудь такой платьице. Очень будет прикольно смотреться. Вот, а также у меня сегодня муж заезжал в магазин «Лента», купил там кое-что, купил. И как всегда, я мужа прошу сохранять чек, потому что вы просите оставлять цены, но вы понимаете, да, мужчина есть мужчина. В общем, он обрыл всю машину, чек так и не нашел, хотя говорил, что брал его. Ну, в общем, да. Так что сейчас покажу покупки. И купил тут всякого, всякого-якого. В общем, купил разные соки яблочные. В общем, тут такие. Купил детям вот такие вкусняшки. Они меня очень любят, желейки. И купил вот такую кока-колу. Ему понравилось название. Крутому брату. А это мне. Девушки мечты. Вот. Тут тоже написано крутому брату. Так, дальше. Такие булочки он набрал тут. Это у нас сочин с творогом, две штучки. Вот такие еще. Лепешка с сыром и ветчиной. Просто лепешка сырная. И тоже просто сырная лепешка. Так, потом масло наше любимое «Вкуснотеево», три десятка яиц, вот такой тортик полярный, я его обожаю, я вообще люблю белый шоколад и различные вот такие сливочные белые крема, я люблю такой тортик. Так, здесь у меня хлеб, точнее булка, хлеб, дальше слоеное тесто у меня купила, вот такое 365 дней. Вот такое слоеное тесто, кстати, неплохое вот это морозко. И еще упаковку вот такого дрожжевого теста. Майонез. Ну, это я, не знаю, салаты какие-нибудь буду делать. Дальше здесь у меня куриная грудка. Потом фарш говяжий. Дальше фарш свиной и кусочек свининки. Это корейка у нас. И здесь еще курица. Потом набрал пельмешек вот таких. Цезарь. Кстати, мне нравятся пельмени Цезарь. Меня спрашивали, какие вкусные пельмени. Вот мне муж все время покупает Цезарь. Я не любитель пельменей. И вот такие вареники с картошкой. Дальше он взял у меня бутылку вина вот такого. А здесь колбаски разные. Такую колбаску.
Вот такую буду цену показывать на то, что есть. Кусочек сыра. Это у нас маздам, наш любимый. И вот такой сырок. Дальше здесь два огурчика, яблоки. Яблоки. Гольстер. Вот по 90, считайте, рублей за килограмм. Здесь сосиски молочные, еще какие-то швейцарские колбаски полукопченые. У меня муж их любит. Апельсин. Нет, это мандарины. Дальше груша конференц. 139 рублей за килограмм. Помидоры. Тоже вот 170, почти 180 рублей за килограмм. Виноград. Я, кстати, люблю вот такой вот красный виноград. Я где-то слышала, что он самый полезный. Вот такой по 200. Ну, считайте, 220 рублей за килограмм. И бананы по 65 рублей за килограмм. И обошлось все это ему где-то за 6900, где-то так, ну почти 7000. Так что вот такая вот была покупка. Сейчас я еще сделала вот такой салат, я вам его уже показывала. Это как селедка под шубой, только без селедки. И после того, как я вам его показала, многие девочки мне порекомендовали положить туда вместо селедки маринованные, точнее соленые огурцы. Но я положила маринованные, у меня как раз оставалось два огурчика мелко-мелко порезанных. И единственное, что я смазала все это майонезом, потому что мне муж сказал, что как-то сочетание огурцов и сметаны как-то не очень. И, в общем, да. Но я даже не знаю, чем можно тогда смазать все это дело, если не майонезом. Если вы знаете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я не люблю вообще, когда есть майонез. А такой салат у меня все любят и просят. В общем, сейчас попробуем и скажу, вкусно или нет. Сейчас я попробовала, вот так вот он выглядит у меня в разрезе, и действительно с солеными огурцами, точнее у меня маринованные огурчики, они, мама их мариновала с красным перцем, то есть они такие слегка остренькие, получается нереально вкусно, почти как селедка под шубой, очень вкусно, так что рекомендую, если вы делаете такой салатик, положить туда именно огурчики соленые или маринованные, вот, очень вкусно. Вот сейчас одела другую кофточку, чтобы показать, как смотрится это шейное украшение. Колье, потому что в разделе колье находится. Но мне кажется, очень мило. Кстати, присмотритесь, там очень много всяких красивых вещиц. Я не знаю, я прям балдею. То есть вот так вот оно выглядит. Я застегнула сейчас на максимальную длину. И вот так вот получается... это украшение, но оно получается, знаете, как прилипает к коже и практически никуда не двигается даже. Но мне очень нравится, мне кажется, очень так миленько смотрится. Тоже и летом будет с какими-то маечками, очень так необычно и симпатично. В общем, у меня там хотелок еще куча. Артикулы, которые я вам сейчас назвала, я пропишу внизу в инфобоксе. Если вы пользуетесь приложением, например, да, потому что по ссылкам неудобно, если вы пользуетесь приложением, вот Sunlight, я имею в виду приложение, да, а там просто можно забить артикул, и вы увидите это изделие. Не знаю, как цены сейчас. Но, например, вот эти симпатичные сережки, вот видите, они прям так переливаются на свету. Класс! Класс! Не знаю, девочки, себя побаловать в магазине Sunlight, мне кажется, можно и даже нужно. Вот, ну а на сегодня я буду заканчивать такое небольшое видео, небольшой влог. И, кстати, спасибо огромное девочкам, которые мне написали, чтобы добавить вот в этот салат огурцы, потому что действительно получилось очень вкусно. И кто-то мне еще писал, что можно просто другую какую-либо рыбу добавить в этот салат, но, к сожалению, у меня не едят дети рыбу вообще ни в каком виде. Но мне не нравится только то, что... смазываю я все это майонезом. Я как-то не люблю. Не люблю я майонезы, хочу от них отходить. Я их очень часто заменяю сметаной. Но вот как-то муж меня смутил, сказав, что сметана с огурцами это как-то, ну, грубо говоря, очищение кишечника. Вот. Но если вы знаете, чем можно заменить вот майонез, да, то обязательно напишите мне внизу в комментариях. Ну и на сегодня буду заканчивать. Я надеюсь, это видео для вас было полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте колокольчик. Всех люблю, целую и до новых встреч!